там ребенка маленький, господи, что там. Вообще. Позднее медведи досыта наедятся яйцами и птенцами. Но пока что взрослые птицы им не по зубам. Второму медвежонку, оставшемуся на льду, повезло наткнуться на раненую кару. Небольшой, но такой желанный обед. Матери, забравшейся наверх, везет куда меньше. Голодному малышу остается лишь обгладывать мох. Второй детеныш, оставшийся у подножья, нагоняет семью.